средние века. Не продохнуть, не охнуть, земля на трех кидах пока. И ум без мысли сохнет, что ж так ликует Галилей? Откуда эта радость? Нет, он совсем не заболел, он просто о земле узнал всю правду. А все-таки она вертится, а все-таки она вертится, а все-таки она вертится, а все-таки она вертится. Но тут же Галилей в страх себе вообразите, когда к нему на всех парах примчался инквизитор. Во что кричит тут шум и гам? Вдруг ересь в самом деле? Пройдемте, гражданины, там, вы объясните нам, о чем шумели. А все-таки она вертится, а все-таки она вертится, а все-таки она вертится, а все-таки она вертится. Но Галилей не сел в тюрьму, и на костре не пёкся, как только понял, что к чему, немедленно отрёкся. Пред ликом церкви дал зарок не думать мысли лишних, а только вышел за порог, как тут же вновь изрек гораздо тише. Но все-таки она вертится, вы знаете, она вертится, представляете, она вертится, а все-таки она вертится. Забыт былой позор и стыд, гонения и травля, инквизитор позабыт, а Галилей прославлен. Не знаю, будет долго жить, и ныне кто умеет, и с инквизицией дружить, и между тем твердить свои идеи. А все-таки она, а все-таки она вертится, 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 а все-таки она вертится.